В Бурятии третий день подряд умирают пациенты с коронавирусом. Накануне скончалась 68-летняя женщина с сопутствующими сердечными заболеваниями. Меж тем, за сутки в республике еще 43 человека подхватили COVID-19. Всего заразившихся за весь период более 3000. Большая часть из них успешно завершили лечение. А прямо сейчас лечится в стационарах 421 пациентов и почти столько же в амбулаториях. Добавлю, с начала пандемии в Бурятии умерли 27 больных с COVID-19.